Тагильчанин Павел Волков получил награду на престижном фестивале в Италии. Его работа из серии «Птица Феникс» стала одной из лучших. Историю героя снимка рассказывала русская служба BBC, а Павел делал для них фотографии. На получившем награду снимке запечатлен 17-летний Леша из Бурятии. В детстве он получил тяжелейшие ожоги головы в результате трагедии. Когда ему было 2 года, отец бросил в печь мальчика и его годовалого брата. Младший погиб, а Лешу успели вытащить. Он получил тяжелейшие ожоги головы, дыхательных путей, плеч и рук. Перенес десятки пластических операций и выжил. С героем, по сути, мы уже знакомы, наверное, получается, больше 2 лет, и я продолжаю его фотографировать. То есть, ну, за это время мы с ним довольно-таки подружились, и я все еще продолжаю снимать про него историю, делать его портреты. Фотопроект тагильчанина был удостоен награды «Выдающаяся фоторабота» в номинации «Фотоистории». Ранее, благодаря проекту «Птица Феникс», Павел Волков стал лауреатом 18-го всероссийского конкурса «Молодые фотографы России-2019».